Совершенство в жизни. Собираться вместе и петь святое имя Бога. В этот век нет иного пути, чтобы очистить наше сердце, снять сварочные очки и посмотреть на мир чистыми глазами. Увидеть его таким, какой он есть. Прекрасным, которым его создал Бог из любви для нас с вами. Таким образом, мы можем понять, через это воспевание,
что есть материальная реальность, наши какие-то потребности в этом мире, но есть более глубинные потребности. Не просто поесть, поспать, найти партнера, накопить денег. Есть что-то более глубокое в сердце каждого человека, в сердце каждого живого существа. И это поиск абсолютной истины, поиск вечного счастья, всевозрастающего счастья. И этот поиск будет продолжаться до тех пор, пока человек не встретит Бога на своем пути. Иначе и быть не может. Такова цель этого мироздания, чтобы живое существо, запутавшись, попав сюда по ошибке, запуталось и начало путь возвышения сознания. Возвращение назад в духовную реальность. Туда, откуда мы все с вами пришли. На планеты материального мира, где мы вынуждены рождаться, стареть, болеть и умирать. И только потому, что у нас неправильные желания. Только потому, что мы решили в центр ставить самого себя. Убрать из центра Бога и поставить в центр самого себя. Вот это самая роковая ошибка, которая произошла с теми, кто попал в материальный мир. Все священные писания говорят об этом. Но если поставить назад в центр Бога и занять смиренное положение слуги, то все встанет на свои места. Говорится, если Бога поставить на первое место, то все остальное в жизни человека займет автоматически свои места. Все сгармонизируется. Но если Бога убрать и пытаться гармонизировать что-то здесь, это бесполезный труд. Все будет разваливаться. Потому что Бог — это тот, кто поддерживает все в этом мире. Никто, кроме Него, поддерживать не может. Все разваливается. Это Его энергия поддержания. Поэтому разумный человек, он начинает поиск Бога, намучившись здесь, поняв, что я 30 лет пытался быть счастливым, поменял много женщин, мужчин, были деньги, были рестораны, было все, но счастья не было. Все это иллюзия и обман. И поэтому чем раньше, тем лучше. И когда он встречает на своем пути истинное знание, он по-настоящему становится счастливым. И эта песня помогает все это понять. Называется йога. Мантра йога. Или йога, или мантра медитации. Когда мы в молитве связываемся с Верховной Личностью Бога и просим Его очистить наше сердце и показать нам реальность. Так начинается процесс духовной жизни. Всем спасибо за внимание. На сегодня мы закончили. Когда у нас следующая харинама и где? В воскресенье следующее воспевание святого имени на речном вокзале. Здесь же, значит. Джай Хо. Хари Кришна. Все остальные.